свет, вот это весна. И сейчас вот у нас будет песня «Ромашки», которую мы, в общем-то, приготовили для нашей любимой Натальи Ивановны. Это наш директор Наталья Ивановна Воронкина. Она для нас все. Поэтому мы ее тоже хотим поздравить с этим праздником, потому что она директор, но она тоже женщина. И всем-всем-всем вам здоровья, улыб, радостного, хорошего настроения.